Тирасполе с ремонтом тротуаров после Нового года решили не тянуть. Сейчас работают на улице Федько. Старый асфальт сняли, приступили к укладке плитки. Тротуар по улице Федько, рядом 17-я школа и 9-й детский сад. Местные старожилы говорят, асфальт здесь сложили еще в 80-х, когда застраивался микрорайон. Теперь будет новая дорога. Екатерина Малахова вспоминает, когда-то по этой дорожке водила в школу своих детей, теперь провожает внуков. Говорит, за последние 20 лет по тротуару ходить стало опасно. Плохая была дорога, да. Ну, надеюсь, теперь будет все хорошо. Ямы, трещины, и был такой скос коварный. Он вообще катастрофа была, не дорога. Мы вообще переходили на ту сторону, а потом опять на эту сторону. Старый асфальт сняли, теперь укладывают плитку. Она не боится солнца и высоких температур, а значит, прослужит дольше. Что не так? Яма, все, что хочешь. Ага. Да. А сейчас? На протяжении всей дороги было. Ну да. И возле школы то же самое. А это улица Мира. Старый асфальт уже сменила новая плитка. Теперь дорога до Лечь-городка стала намного комфортней. Раньше путь к РКБ был похож на компьютерную игру. Перепрыгните яму, обойдите разрушенный асфальт, не сломайте каблук в трещине. Теперь это в прошлом. Помните, какой здесь был асфальт? Он, я не знаю, помню, в трещинах корни были, торчали. Я помню эту дорогу еще, когда была маленькая. Я тут бегала, часто гуляла, и дорога была не очень. Ой, плохо, плохо было. Сейчас красота. Красота здесь, спасибо. Весь город хорошеет. Такую же плитку уже положили на улицах Суворова и Юности. Продолжают приводить в порядок тротуары на бульваре Гагарина.